Всем привет! Я нахожусь на побережье моря. Сегодня я с гостями. Ребятки ловят на спиннинг. На спиннинг ловим горбушу. Горбуша ловится отлично. Наловили уже кучу рыбы. Я в том числе. Ловил сегодня в основном на воблерах. Может, даже поснимаю попозже. Сейчас я решил порыбачить, попробовать поймать горбушу. Но вообще я ловил уже ее не раз. Но не снимал еще, как я ловлю горбушу в море. В море комплект Кола Салмон S2MX, мушка, и здесь нет подлеска. Без подлеска ловим, потому что, в принципе, горбуша ходит близко, сильно заглублять не нужно. Традиционно мы ловим горбушу, стараемся ловить в море. Такое качество рыбы максимальное, ну и икорка самая вкусная будет. Вот гуляет рыба прямо в волне. Это вот рыба, которая пытается зайти вот в этот ручей, нагуливается здесь. Не знаю, сюда я пару раз, конечно, сейчас прокину. Будет она клевать или нет, я не знаю. Попробуем. Не факт, конечно, что именно возле ручья рыба будет жрать. Ну, попробовать можно. О, ну-ка, давай-ка. Здесь, конечно, не приводняя якорь, без якоря. Не знаю, получится что-нибудь или нет. Опа-на! Во! Вот она, горбуша. Ха, сошла. Клюет, клюет рыбка, клюет рыбка, рыбка берет. Единственное, что с нахлостом, конечно, здесь не совсем удобно ловить. Но поклевка была прям в кадр. Ха, интересно получилось. Вот она пошла, рыба. Рыба пошла. Не очень, конечно, удобно ее, когда она прям на самой волне идет. Вот она, есть. Смотрите как. Вот это кайф. Просто кидаешь волну, и рыбка сидит. Причем не самая активная рыба, конечно же, возле самого устья. Горбушка, горбушка. Старушка. Ну-ка, 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 что тут у нас? Ага. Это у нас самочка. Самочка, сейчас мы тебе покажем. Да, это самочка. Ее, кстати, вот в морской рыбе часто можно ошибиться. Самец это или самка визуально, особенно когда горбуша еще не приняла нелистовых изменений. Вот отличить легко. В принципе, наверное, одно из стопроцентных проверок — это анальный плавник. Ну давай, 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 успокаивайся. Анальный плавник. У самца анальный плавник прямой, а у самочки он как бы. Ну давай, 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 я тебя отпущу все равно. Давай, 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 успокаивайся. Вот у нее, видите? Даешь, макарек, давай тебе так возьму. Ты тут уже забрызгаешь все, и камеру, и меня. Вот. Плавничок. Вот как бы вот перышко такое торчит. Это самка, а у самца она более прямая. Давай, 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 я тебя отпущу. Езжай. Мы уже рыбы наловили целую кучу, поэтому. О! Пошла, пошла. Рыбонька. Красотка. На кадр. То есть на запись. Сразу же. Давай попробуем еще раз. Ну, конечно, вот здесь ловить ее очень. Не хотелось бы на косяк, но я попозже, наверное, туда схожу. На гуляющих косяках попробую поймать рыбу. Вот она пошла, горбуша. Горбуша шла за этой, за мушкой. Давай, давай. Давай, еще одна шла горбуша за мухой. Не стала брать. Но. Давай, давай, рыбонька, давай. Немножечко пострепуем. А, промазала. Давай, 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 давай. Нифига рыба ходит. Две штуки подряд шло. За мухой. Ну, местечко мелковатое, конечно. Не совсем удобно рыбу брать с этого места. Давай, пробуем.
давай, 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 давай. Вон туда, где побольше рыбы. Не хочет. Заброс, конечно, очень тяжело сделать без якоря. Можно оверхедиком, но я не хочу оверхедом тут мучиться. Поэтому такой недоролкаст. Недоролкаст. Ну, ну, ну. Ну, рыба, давай. Есть, есть. Ха-ха, взяла. Взяла, взяла. Две атаковала рыбы. Две рыбы атаковала. И одна все-таки из них догнала. Небольшая горбушка. Так, а это у нас кто? Сейчас поднимем аккуратненько ее. Давай, так, за тело возьму, чтобы не травмировать жабры. Да давай, 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 давай. Это у нас, ну, судя по всему, тоже девочка. Ой-ой-ой. Давай-ка, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай сразу. Живи, родная, живи, не рестись. Лишнего нам не надо. Ну, вот так вот выглядит ставной невод. Получается, он идет туда в море. Там несколько ловушек. Здесь посередине стенка, так называемая, с мотней, не дающая рыбе. Рыба идет вдоль берега, упирается в стенку, идет по стенке, заходит в ловушку, и из ловушки она уже выйти не может. Так вот выглядит промышленный лов горбуши, да и киты тоже на Сахалине. Погода отличная, вон все тащут рыбу. Офигеть, косяк какой идет, офигеть, вообще просто ультра много рыбы, блин, мешается заброс, ешь макарек. Есть, есть, вот она, ха-ха. Горбушенька, а? Горбушка, горбушечка, а? Оп, эй, на-на-ней. Ух, какая, а? Бойкая, бойкая. Так, ну-ка, чуть-чуть подзатянем фрикционечек, чтобы уже не тут сильно долго не страдать. Давай, 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 давай. Опа! Хороша чертовка, а? Так, а это кто у нас? Тоже самка. Тоже девочка. Тоже отпускаем. Мне рыба не нужна. Ребята себе сами поймают. Опа! Давай-ка. Оп! Шуршало. Нормально. Так, ну что, следующий момент рыболовный. Есть у нас рыбка-то, нет? Да, рыбка гуляет еще. Осталось только в нее попасть. Конечно, по-хорошему бы костюмчик, чтобы не зайти немножко. А вот она рыба, вот она. Вот она рыба. Сейчас она возьмет. Ну, 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 горбушка, давай. Ай, что, не захотела кушать, а? Есть, есть. Отлично, отлично, отлично. Ну. По красоте. Вот так вот ловится горбуша в море нахлыстом без проблем. Можно ловить горбушку на любые приманки. Хочешь на спиннинг, хочешь на удочку и хочешь на нахлыст. Давай, 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 давай. Хорошо борется, хорошо борется. У-у-у! Отлично. Давай, 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 давай. Ух. Ш.
шикарный день. Смотри, как встала в позу, нетипично. Это, наверное, за сегодня самая бойкая рыба. Самая бойкая. Пошла горбушка. Давай. Мы тебя отпустим, не сомневайся. Ё-моё. Давай. Все, сама вышла. Сама выходи. И опять у нас девочка. У меня вообще все не просто. Уже где-то, наверное, с пол-литра икры отпустил. О, прости, родная. Аккуратненько. Оп. Идет. Все, ничего. Оклемается. Я ее помучил, конечно, нормально так. Вроде пошла. Ну, давай. Рыбонька, давай. Близко не подходит, а? А рыба там плещется. Выпрыгивает, а? Играется, гуляет. Опа, на поклевка была. Ну, будет еще одна рыба клевать. Есть! Будет клевать. Вот она. А, сошла. О, сошла. Она не сошла. Она мне муху оторвала. Мухой ушла. Ну, ничего страшного. Хорошо, когда у тебя в комплекте есть куча мух. Спасибо дяде Ване. Магазин так называется «Дядя Ваня», и сам дядя Ваня делает, вяжет мух. Такой вот у меня наборчик здесь. И симовые мухи, и горбушовые мухи. Ну что, какую поставим? Ну, поставим давайте вот такую вот какую-нибудь. Не знаю. Вот с черными глазками дядя Ваня мне дал попробовать. Попробую с черными глазками, не серебристыми. Посмотрим, как она будет клевать. Ну и вяжем обычным клинчем. Перевязали, повешали муху. Точно такую же, только с черными глазками. Муха называется Крэзи Чарли. Вот, тяжелая, китовая. Но я ей ловлю горбушу. Ну что, посмотрим, что тут у нас будет. Будет, не будет. Ну, попробовать надо. Ага. По-моему, она же тяжелее, чем предыдущая муха. Вообще что-то прилипает прям сильно. Наверное, даже и хорошо, может быть. Опа-на! Была потяжечка. Рановато я ее дернул. Не дал доесть. Не дал докушать. Вон с той стороны тоже рыба гуляет и плещется. Рыба с обоих сторон ставника идет. Ну, давай-ка. Вот она! Ха-ха-ха! Поклевочка была. Но не сожрала. Рановато я ее вывел. Рыба подошла прямо ко мне сейчас к берегу. Прям под самым берегом идет. Гуляет. Вот она, есть. А да что такое будешь делать, а? Опять сошла рыба. Ну, давай. Не хочешь? Ну, с этого сейчас точно кто-то сожрет. Тут побольше подошло рыба. Да, господи, боже мой, давай. Ну, давай. Давай, рыба, давай. Не хочешь? Шла за мухой до самого берега практически. Да что такое за ногу? Все тут зацеплялось, не летит. Нифига.
не вылетает. И так-то не летит ничего себе. Тут что-то у меня не очень все красиво выглядит. О. Как обычно, все запуталось не вовремя. Сильнее, все равно дальше не кину. Вон косяки гуляет, косяк ушел куда-то в сторону. Ага, рыба ходит. Ну, давай. Горбушка. Я уже соскучился по твоей поклевке. Вот она. Давай-ка, не сойди. Да что ты будешь делать, а? Че с этой черной мухой, а? На ту меньше было сходов. Блин, перекрутило тут все. Так, а что у нас с жалом-то? С жалом все в порядке. Или рыба просто стала уже такая, ну, не такая, не так жрать активно. Ну, где у нас тут все перепуталось, ага? Одни поклевки пустые. Столько рыбы идет. Ну, давай. Давай, 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 давай. Давай, пошли. Раз. Да что ты будешь делать, а? Смотри-ка, что с этой... Уже какая поклевка пустая. Не садится, а? Три пустых поклевки. Ну, рыбонька, давай-ка, начинай уже садиться. Ну. Колебала эта рыба, не хочет клевать. Поехали. Ну, наконец-то! Наконец-то! Все, работает муха. Видимо, какие-то предыдущие перерывки были не сильно голодные, наверное, что ли. Эта муха, это имитация креветки. По идее, в море горбуша должна ее еще кушать. Еще должна быть сытой. Не сытой, вернее, голодной. И опять у нас кто? Опять у нас самка. А! Опа, 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 опа. Хоп. Ой. Да? Продолжаем.
немножко отдохнул. Выходим. Ну, вон рыба плещется, прыгает, а? Как? Ну? Ну? Чё? Нет. Вот она! Ха-ха-ха! Да, вот она, вот она. Вот она рыбка. Рыба есть. Горбушка клюет. Борется под берегом. Не сдается. Ее, кстати, нерпа немножко кусала. Нерпа или сивычи. Хвост у нее подраны. Куда пошла, куда пошла? Сама пришла. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Вот у нее немножко хвост побитый. У рыбки хвост побитый чуть-чуть. И это опять самка. Слушайте, одни самки. Просто. Да что такое ты будешь делать? Как змея. Ну давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не хочу тебя повредить, господи. Блин. Немножко залез пальцами под жабром, что сама затрепыхалась вся, блин, заколебала. Ну, давай в себя приходи. Вроде пришла в себя, жабру я ей подзаверну немножко. Ё-моё. Да блин. Спасательная операция по спасению горбуши. Ну ты сама виновата, ну что, кто так делает? О! Теперь все, иди. Улетай. Уйди. Заколебала, давай ты это, только не помирай. Тебя зря отпустил, что ли? О, вроде поплыла. Подошел, пошел, перевязался. Первый заброс. Рыбка на крючке. Ну что-то какая-то совсем не... А, не, нормальная. Нормальная рыбка. А, не, не сильно бойкая. Вообще, какая-то... А, нифига, полетела, полетела. Почувствовала берег. О, Михаил тоже садил. Давай, 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 иди сюда. Иди сюда. Показалось сначала, что такая вялая рыба, но ничего, не вялая. Хорошая рыба. Опа! Берем. Отлично. Вот она, есть. Ха. Вот она горбушка на крючке. Просто блеск. Воу! Просто кайф. О, давай. А, сошла.
Ничего страшного, сошла и сошла. Перекурчик и выход к рыбе. Рыбка на крючке. Выматываем, выматываем, пока она там трепещется. О, нифига себе, устроила танцы с бубнами. Ничего страшного. Вот она, вот она. Ха-ха. Хороший горбушенцы. Ага. Прям кондиция у него, прям спинка зелененькая. Хорошая рыба. О, куда пошла, куда пошла? Иди сюда, родная. Пытается выплюнуть муху. Открывает пасть и головой трясет, чтобы муху выплюнуть, но у нее не получается. Давай, родная, я тебя все равно отпущу. Опа! Очередная хорошего размера рыба. Отлично. Оп. Убежала, красавица, убежала. Раз, два, три. Ну. Она есть, красота, красотища. О, я весь перекрутился, господи. Где там шнур мой? Выматываем слабину, выматываем слабину, даем рыбе погулять, даем рыбе погулять. Вот она. Ребятки там тоже веселятся. Рыба клюет. Супер день. Ну давай, 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 горбушенце. Какая, а? Бойкая, бойкая. Ну ты чё? Хоба. Мне же мальчика надо показать. Может хоть один мальчик клюнет сегодня? Или одни девочки будут? Ну? Что, тоже девочка? Или все-таки мальчик? А это вроде мальчик, да, это мальчик вроде как. Пока смотрим. А нет, тоже девочка, тоже у него такой. Ой, одни девочки сегодня, одни девочки. Сколько... Почему я такой добрый? Ой, блин. Давай, давай, родная, давай, 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 давай. Ушуршала. Здесь тоже нужно кидать в рыбу, а не просто так в молоко. Ага, пошел косяк, но он пошел ближе к ставничку. Сейчас мы попробуем его. О, блин, не получилось скинуть нормально. Вот, пошла рыба в сторону. Его надо на перерез рыбе кидать. Есть! Ха-ха-ха-ха. Да, было видно, как рыба выходила. Как рыба. О, она! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, рыбонька. Бойкая. Молодец. Вон она прыгает как, а. Ну, прыгает она хорошо. Но удилище от Колы Салмон
S2 MX спокойно справляется с этой рыбой. Без проблем, абсолютно. Абсолютно без проблем. Так что ловим и получаем удовольствие. В море, вот оно, рыбалка. Ничего не мешает, никто не мешает. Пожалуйста, лови. Лови не хочу. Давай. Оу. А? Ну-ка. Ну что ты? Давай, хорош уже. И опять у нас девочка, что ли? Господи, сколько девочек я сегодня поймал уже? Или это мальчик? Вот на мальчика больше похоже, но все равно вроде как девочка. Опа. В замок, четко. Четкая поклевка. Хоп. Есть. Что-то это вообще какая-то... О, куда? В сетку нам не надо. Стенку вернее. Ух! Ну что у нас тут? Кто это у нас? Тоже девочка. Похоже на муху, если ловить будут одни девочки. Секрет, лайфхак. Хочешь наловить самок? Ставь муху и лови на муху. Уже как вторая рыба и вся самка. Ой. Давай. Хоп.